и восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, Майкл Байен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хенриксон и Пол Уинфилд в роли лейтенанта Трекслера. Оператор Эдам Гринберг. Композитор Брэд Фидел. Сценаристы Джеймс Кэмерон и Гейл Энн Херт. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок, пусть 11 и 9 ребят. А парни важности полны.